В Иванове создано региональное отделение Российского военно-исторического общества. Первая учредительная конференция состоялась в Белом зале Музея промышленности и искусства. В России эта организация возникла еще в 1907 году, но после революции была распущена. Руководством страны принято решение о воссоздании общества, которое займется изучением и сохранением сведений о военной истории России. Без прошлого нет ни настоящего, ни может быть будущего. Поэтому это общество, я считаю, что оно является не альтернативным тому, что у нас уже существует русское географическое общество. Это параллельные две общественные организации. Только хочу напомнить, что русское географическое общество – это общероссийская общественная организация, а здесь общественно-государственная. Разница есть и довольно-таки существенная. В Ивановской области военно-историческое общество объединит краеведов, учителей, археологов. Общими усилиями планируется проделать большую работу – научно-исследовательскую и поисковую. Будем издавать соответствующие издания. Будем, в общем-то, заниматься тем, чтобы четко, в общем-то, реализовать планы, связанные с мемориализацией Первой мировой войны. Вот уже 100 лет начала Первой мировой войны будет, 70 лет Великой Победы. Ну и те проекты, которые уже ведутся в муниципалитетах, мы стараемся их довести до ума. Главная цель, для достижения которой создается Российское военно-историческое общество – популяризация истории страны среди молодежи. В настоящее время, несмотря на все усилия государства и общества, уровень знаний о важных событиях прошлых лет у школьников остается очень низким. Любовь Почерникова, Андрей Семиолков, РТВ Иваново.